Приветствую вас, и вообще-то говоря, данный сон означает совсем не то, что подумал ваш муж, а то, что либо ему не хватает мужественности, в том смысле, как понимает он и как, возможно, понимала его бабушка, либо он сексуально не удовлетворен, либо у него есть еще какие-либо проблемы, связанные с сексом. Вот. Это первое. Второе. То, что ваш муж сделал определенные выводы на основании вот данного сна, говорит о том, что он не уверен в себе, боится вас потерять, боится, возможно, действительно измен, ну, по каким-то своим вообще соображениям. Вот. То есть по каким-то своим причинам, ну вот, которые есть только у него, ну, данные причины. И по сути, он раскрыл свой страх, который у него, скорее всего, был изначально. Вот и все. То есть изначально у человека, изначально, уже был страх, связанные с тем, что ему могут изменить. Ну, кто-то, да, кто-то может ему изменить. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что это его собственные проблемы. Вот. Значит, ну, которые ему нужно решать самостоятельно. Не через вас, а самостоятельно. Понимаете? Вот и все. То есть направляйте его сами к психологу, если он хочет ну, если он хочет решить свою проблему. Вот. Понимаете? Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если
Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.